Приветствую вас на канале TimeLapse Game. Это видео я решил записывать без закадрового текста, а онлайн. Вживую. Так. Русского языка тут, как я понимаю, нету. Игру я начну с самого начала. Вышло уже несколько обновлений, поэтому... Начнем с нуля. Создаем мир. И, как я понимаю, выживание — это основной режим. Мир создался. В прошлый раз я был на подобной карте, тоже с таким же выступом. Может быть, его и выберу. Хотя, может быть, территории надо побольше. Есть ли какая-то разница между... Тут у нас появляется карта более... подробное. Как я понимаю, в новых обновлениях улучшили ландшафт. Сейчас все выглядит покрасивее, чем в прошлые разы. Хотя мне и прошлая графика тоже нравилась. Она стала... Не. Где же мне остановиться-то? О, это фиолетовая штука. Давайте здесь. Старт. Так... При паузе ничего нельзя строить, да? Ладно. Так, где у нас карта? Карта где? Это главное меню. Немножко непонятно, где карта. Name. А вот, tab. То есть на tab, да? А. Тут у нас ничейные постройки, но чаще всего там не то, что мне нужно. Это, как понимаю, кристаллы, которые мне пригодятся. А, нет, это не кристаллы. Это какие-то цветные кристаллы здесь. Синенькие. Время-то идет, не идет. Пока это все выбираю. Но, скорее всего, не идет. Пока я выбираю. Можно было обучение выключить, но ладно уж, пусть. Может, в принципе, здесь разрушить эти все здания, которые мне не понадобятся. Мне вот интересно, что это еще дает. Это морковка, да? Еда. Ну да, мне, конечно, еще еды поближе. Тут у нас руда, кристаллы, морковка. Ну ладно, давайте здесь. Вот подальше выбери место. Так, тут у нас здесь проход. И здесь проход. Ладно. Давайте сюда. Поближе. Так, время пошло, мне дали начальных поселенцев, которые будут строить нашу базу первоначально. Так, вот здесь у нас появились враги. Окей, примерно отсюда и все будут идти. Давайте что-нибудь добудем. И лес. Давайте тоже сюда же уберем. Постройку-то снова сделать. Надо вспомнить, как это все работает. Так, защита. Так, не нужна вода. Фонтан. Как понимаю, в фонтане скапливается вода для использования. Так, в этой штуке собирается дождевая вода и колодец. Так, надо, наверное... Ферма. Кристалл. Так. Харвест. Сбор. Мне бы как-то уберем лишние постройки. Добудем из этого ресурсы. И добавим сюда рабочего. Нет, добычу воды. Так, у нас всего 12 рабочих. Все у нас идут на общие цели. Так, один рабочий у нас, если он добывает воду, то он добывает воду везде. Ладно, подождем. Так, все это построили, один. Может, два рабочих быть. Вот. Им нужно жилье. Хаус. Так, сюда. В одно жилье 12 поселенцев влезает. У меня как раз сейчас их 12, но можно будет построить сразу два.
Так, это у нас деревья будут расти, да? Так, новое поселение идет. Откуда-то. Интересно, откуда у меня будет идти? Слева. Эти, видимо, вот они трое. О, ничего, пока не пойдут. А по берегу. Ладно. Так, это у нас жилье. Ферму построим для добычи еды. Давайте куда-нибудь сюда. Пусть тоже нужно дерево для этого. И построим добычу дерева. Дерево у нас слева, лучше, наверное, лежит сюда и поставить. Так, сюда. Нужно еще 24 камня. И добычу камня. Давайте вправо уйдем. Добычу камня сюда. А, влезает 4 поселенца, да? А у меня их уже 12, там 15. Это еще надо 3 дома строить. Ладно. Хаус. Можно, конечно, улучшить. Автосохранение. Все. Очередь забита. Но можно будет улучшить. По крайней мере, можно было это сделать. А, да, вот. Улучшить и выбрать вариант. Так, двое пришло. Трое пришло. Так, у меня сейчас двое свободных, да? Нет, трое свободных. Камень вы добыли и железо. И защиту мне надо будет сразу. Так, свет. Мне понравились элементали. Вот, кристальные. Ну, для них надо кристаллы, поэтому сначала, наверное, ставим какую-нибудь башенку. Вот я первый раз построил эту, она просто телепортировала предметы к себе. Так, ферма, ладно. Баллиста. Кристаллы, камни. Баллист, пол нужны. Камни нужны. Тек, тек, тек. Так, что у меня сейчас идет? Добыча дерева. Так, тут у меня по полной все забито. Ладно, давай иди по колоду собирай. А, ферма. Ферма у меня появилась. Да. Здесь у меня еще есть свободные есть, да? Давай его по ферму видеть. И давай порвай собирать еду. Слушай, вблизи есть. Так. Но мне какую-то башенку надо поставить. Но для этого надо производство включить. Так, кристалл. И добычу кристаллов мне надо настроить. Так, у меня кристаллы справа. А слева тоже есть кристаллы. Ладно. Там дождемся всех построек. Тебе хочется уже себя защитить. С первыми они сами справляются. Ну, пусть будет, к примеру. А, надо улучшить кэмп и построить здание еще одно. Чтобы улучшить, нужно 6, ну, в принципе, немного. И построить эту штуку. Ну, допустим, пусть устоит. Так, ну тут сейчас ничего не хватает мне. Так, вот. Берем двух рабочих, поставим двух рабочих сюда. Все, ждем перехода. Все. Эти работают. Все дерево должно складывать сюда. Ну и добывать. Так, так. И сейчас 6 рабочих сюда. И улучшение увеличивает вместимость и скорость сбора. Так, это надо убрать. Я почему-то никогда не любил. Когда что-то уже где-то есть, мне нравится с нуля все строить. Так, нужна корзина с водой. С чистой грязной водой корзина. Так, ты у нас производишь корзины. Так, где тут два рабочих. Ну, тут воды нету. А, да, наверное, поставим для сбора воды. Непонятно. Так. Нет, нет. Где вода-то была? Давайте будку для сладки сделаем. Нельзя? Ладно. Вот здесь маленький фонтан. А, слотов нет для строительства. Ладно. Подождем, когда достроится здание. Вот они. Дерево складывают сюда. Да, воды нету. Для производства еды. Так, закончили с добычей руды. Здание для добычи руды. Добавим сюда двух человек. И можно... Еще не можно.
Эта штука, как понимаю, она очищает грязную воду. Делает ее чистой. Например, я сейчас могу добывать воду из этой лужи, но она будет грязной. Черный красный. Так, что лучше сделать? Ладно, может быть, правда. Добавить добычи воды. Добываю. Я вот еще лутбоксы не понимаю пока что. Нужны какие-то ключи для открытия. Вот, пошел добывать воду грязную. Если я правильно понимаю, там будет грязная вода. Так, а показывается, что у вас... А, нет, чистая. Нет, грязная вода, да. Грязная вода добывается. Так, тут еще ресурсы. Тут где-то можно делать ограничения. Вот, ограничения. Тут сколько мне нужно на данный момент, это всего. Если будет 500 единиц, то все, они переключают работу. Ладно, пусть пока до бесконечности. Потом это все буду редактировать. Так, мне нужен... Так, вот второй дом построили. Мне нужен колодец все-таки. Колодец. Ой, фонтан. Для сбора воды. Может, но лучше. 8 камней. Так, давай-ка лучше найму здание, чтобы не вместились все 16 человек. Пока будем улучшать дерево. Так, дерево добывайте из этого участка. Тут рабочие, да, тут есть рабочие. Вроде что тут таскает. Это получается сутки, скорее всего. А, везде. Так, а, доски. Бревна несут для постройки. Тут мы улучшили. О, потемнело. Скоро пойдут враги. Пока немного, но потом будет все больше и больше. Так, вот уже достроить мне это здание, я могу строить башни. Тут две башни сразу не боеприпасами. Давай сейчас попробуем. Так, а что тут еще надо? Подождите-ка. А, кристаллы нужны. Вон. Этот и этот. И нужен харвест. Сбор кристаллов. О, большое здание. Надо поставить сюда. Теперь нужны... Нет, это не надо. А напрямую вы можете добывать мне кристаллы? Нет, интересно. Фонтан. Ага, что ты тут делаешь? Ладно. Добавим одного сюда, чтобы был. Не совсем понимаю, что он... Он распределяет ресурсы. Ну, что конкретно, я не знаю. Так, улучшение зданий идет. Что-то вы не добываете камни. Хотя нет, таскает что-то. Так, это построено. Два рабочих есть. Как я понимаю, враги пойдут все-таки отсюда. И вряд ли не пойдут справа. То есть все равно не пойдут по прямой линии. Ладно. У меня получается 8 или 8, у меня занято здание. Грязную воду таскает. Так, производство. Так, ты у нас производишь инструменты труда. Клиник. А, ты можешь отключить, да? Так. Ты купишь энергию. Вот. Немножко я пока не понимаю, где у нас собака, да. Можно ей поставить, да? Сюда. Ночь. Вот. Мне бы кристаллов бы. Ночь пришла. Вот собака. Ладно. Будем рассчитывать, что... Так, пришел человек... А, собака. Долго. Так, ты у нас... Бронешь территорию. Мне это не надо. А, вот. Снизу еще есть производство. Так, броня. Ой, боеприпасы здесь. Тут тоже боеприпасы. Да-да, понимаю. Боеприпасы сюда. И сюда боеприпасы. Тут ничего бы нету. Только что народу бы побольше. Ладно. Так, вот. Пошли враги.
Да, как я надеялся, они пойдут напрямую. Но у меня пока нет боеприпасов, поэтому придется биться с ними так. Направлять я своих не могу, но врагов. Да, да. Вот мы не сами будем воевать, как смогут. Ну, тут, в принципе, лучники есть, как я погляжу. Так, вот. Полнейшая ночь настала. И два воя пошли в атаку. Магический. О, ушел. Вот, он пошел воевать. Так, этот. О, с ним воюет. Это понятно, и расстреляю. Собака напала на него. Ну, думаю, справится пока. О, еще учился. Вот, отдрался. Ну, и даже не ранен. Или нет? Это опыт, да. Мы даже не ранены. Это мне дает опыт. Ну, и чтобы не бабался. Ну, у меня опыт-то сейчас полный. А, я же хотел. Так. Тут у меня есть... Так, так, так. Вот этого. А, да, это призыв голема. Возрождение. Генерация. Ну ладно, пока так ставим. Мне еще нужен был, конечно, сбор. Тоже куда-нибудь сюда запихнем. Как понимаю, он будет собирать эссенцию, которая в воздухе летает. Ну, это понятно. А, еще варки. У меня пока не хватает. Так, сюда одного. Ему нужны доски. Бревна. Для производства. Так, врага. Побейте, пожалуйста. Кто-нибудь. Ладно. Создадим голема одного. И можно собрать магму, который летает. О, все. Ожили мои. Так, были магму. Достаточно много сейчас иду. Все иду, то иду. Еще магму. Почти набрал себе на второго голема. О, все. Так. Десяток этих, десяток этих. Бесконечности. Бесконечности. Вот, базовый что-то им сделаем. Вроде собрал на еще одного голема. Вот тут у нас лежит нагрудник, откуда-то появился. Так, и одного рабочего сюда. Минус. Плюс. Еще одного голема скоро можно сделать. Два. Сборщик энергии построился и... Ого. Рыбы, боеприпасы уже появились. Уже не с пустыми руками. Ну, все вроде хорошо. Мне кажется. А, у нас не собирает, он у нас производит. Когда мне нужен. И выпускает мне столько, сколько нужно. Так, ну ты что-то у нас производишь, да? Вот, сейчас вода начнет скапливаться здесь. Да, я уже построил. Кстати, тут тоже уже опыты. Хотя нет. Мало. Ладно. Големов уже можно не строить. Вот. Все излишки он собирает в себя. У меня сейчас мана у меня полная. Сейчас он к себе все собирает. Вот, уже даже арбалетные появились. И можно построить будет големов. Вот сюда поставим. Вот еще что выпало. Отрава. Ничего. Нет, это попошу. Ладно, не знаю, что такое. Ну что не лезут и лезут, а? Лопата. Отлично, надо добычу. Так. 16 и 16, у меня все живут хорошо. Так. И это через 3 дня, да? Так, кристаллы. Пары там. Так. Улучшить и... Не было, то не уже есть, хорошо, да? Так, прибыл человек.
Нужно улучшать мне здание. Обычно надо склад такой искать. Так, из... Вот. Склад оружия. Ладно. Построим улучшение. Склад оружия, кристальный склад. Склад всего попало. А, не оружие, а припас. Кристальный склад, склад брони, экипировки, склад еды, золотой склад, склад вещей, склад минералов. Чем это? Сейчас это экипировка. Ну, просто не больше. Ладно, дождемся улучшения. Так, и у нас двое, да? Ну, вроде один справляется у нас нормально. Наверное, пойдете пока к общему. Двое, тут двое. Тут двое. Здесь двое. Вижу, даже полный. Эй, ты чё? А, видимо, количество жителей дает максимальное количество маны. Кто-то даже утащил броню. Ну, я куда-то одел. Так. На производство... Энергия, блин, да. О, пошло. Накачка. Все выжил. Это мне, у него вообще энергия для жизнедеятельности, а это у нас для появления голема. Всего два голема может появиться. Так, тут у нас появляется еще один голем, будет три. Это все. Так, камнями он себе набил. Тоже все хорошо. Тут сейчас улучшится. Может строить дальше тогда. Тут еще надо убрать тоже. Ну, что-то вода не скапливается. Тут на все тратится куда-то сюда. Такое ощущение. Так, это у нас улучшилось. А, в принципе, склад не так уж и важен. Так, бумаги. О! Построился кристальный голем. Первый уровень. Сейчас будет набираться энергии на второго. А, так, мне надо добычу кристаллов случайно поставить. Или производство... Так, нет. Наверное, лучше все-таки производство инструментов добавить. На 7 пока свободных есть. На общем складе. Уже 5 вечер. Я, наверное, големов своих заказывать не буду. Ману тратить. Лучше пусть ману уходит сюда. На производство этих големов. Так, что тебе надо еще? Ирон. Да. Так и стал Ирон. Печь. Печь на тебе надо. Так, это... Так. Уже не... Так, подождите-ка. Сначала эту часть. Сначала эту. Да, голема готова. Так, какие еще есть башни? Вверх, защита, башня. Это мы бариш. Непонятно. Так, и они были стремились. Просто на больше по мощности толпу. И моя надо энергия, да? Надо бы все это строить, чтобы понять, как это все работает. На эссенции работает, что тоже на смысл. Сюда на эссенции. Эссенция. Во. Ладно. Мана собирается понемножку. Если это было у нас утро такое длинное, сейчас начинается день. Видим. Ну, жилья вроде хватает на всех. Патроны есть. Патроны есть. А куда? Иду все ж сюда. Вот так. Надо еще производство воды добавить. Производство сюда. Бутылок. У нас есть. Может чистку еще поставить воды. Что мне надо? Вот
какой вам есть. Есть. Давай лучше еще тебя. Ты что дашь? Нет, не сопровайся на еще одного голема. Все, один умрет. Собака тоже пускает ресурсы. А, да, мне же нужно. Хотел производство инструмента себе добавить. Меч есть, лук, стрелы, щит, еда, монтажи. Крутой. Сюда мы убираем, сюда одного добавляем. Какие у нас тут комиссар тебе добавим? И вот тоже десяток. И было. Так, все. И сюда тоже рабочего. Сюда убираем, сюда. Сюда добавляем. Все. Вода есть. Бутылки наполняются. Ты у нас вдавание скажешь, да? Ты у нас производишь. Ничего не получишь. Ладно. Энергия собирается немножко. Скапливается. Ты у нас производишь. Хорошо. Не бы людей побольше. Это бы здорово. Ну, туда это улучшится. Так, ладно, производство инструментов добавим. О, стенки. Ну, не надо. То производство. Ай. Ладно. Мне надо. А, печь. Печь мне нужна. Да. Камней. Ну, чувствуйте хорошо. Так, ну давай сюда. Сколько неплохое место печку. Сюда. Что ты еще даешь? Ранг. Область увеличивается. Количество вещается. Слота побольше для средства. А, типа ты ему добавляешь слот, и ты добавляешь слот. Поэтому он говорит или-или. Что-нибудь лучше. Так. Ну, вроде пока хорошо все. И сколько у нас стенки стоит? Деревянная. Забор. Забор. Стон, стон. Ну. Вот. Пока вроде все. На этом серию пока закончу. Начну монтировать. Посмотрю, как это все получается. Можно тут добавить производство монетки. Все. Сейчас у них будет постепенно строиться кусочки эти. Сюда переноситься. И печь будет мне производить. Так, воды. Ну, тут где вроде вода появляется. Стоп, сразу, да. Ну все, пока. Спасибо за просмотр. До новых встреч.